Опаньки. Вот вы меня сейчас прямо хотите под статью подвести. Вы произнесли страшное слово «биолаборатории», которым пугают в последнее время. Ой. Ой, вот у меня бы это был социальный конфликт в этот момент. Ох, я бы в запой-то ушел. Михаил Гельфанд, российский биоинформатик, доктор биологических и кандидат физико-математических наук, один из основателей Диссернета и член Совета просветительского фонда «Эволюция». Друзья, всем привет! У меня в гостях сегодня Михаил Сергеевич Гельфанд, биоинформатик, доктор наук, биологических наук. Еще много всяких у вас регалий, титулов. Но какие-то есть бубенчики. Да. И всего остального. Я смотрел много ваших интервью, лекций, всего. Всегда невероятно интересно, потому что речь обычно идет про жучков, паучков, всякую жизнь. Прям так про жучков. Ну, не всегда, но интересно про жучков. А что именно вам интересно про жучков? Интересно про жучков. Вы меня сейчас хотите подловить, да? Уже подловил. Что я помню, да, что я помню. Я помню то, что куколка – это второе яйцо. О, отлично. Было дело? Было. Да. Вот, недавно причем. Да, я как... У паучков, на всякий случай, у паучков нет кукол? Да, а у некоторых нет. Мне на самом деле, да, из той недавней истории мне понравилась мысль, то, что детеныши и взрослые особи, да, они не конкурируют за кормовую базу из-за того, что у них абсолютно разные... вид, как назвать. Вот, да, но на самом деле сегодня хотел с вами в основном поговорить, может быть, немножко не про жучков, не про паучков, потому что про это вы много говорили, а сегодня мне больше интересно то, что вообще происходит с российской наукой. Ну, про это я тоже много говорил. Да, да, то, что происходит после 24 февраля, и как изменилась ситуация. Вы открыто выступили против войны. Опаньки. Вот вы меня сейчас прямо хотите под статью подвести. Ну, по-моему... Я выразил свое несогласие с мерами по проведению специальной операции. Хорошо, вы выразили свое несогласие. В то время, когда это еще не подлежало уголовному наказанию. Хотелось бы узнать, да, как за эти месяцы, прошло уже 4 месяца, изменилась ли как-то ваша жизнь, ваша научная карьера, заметили ли вы, может быть, какое-то давление? Карьера не изменилась. В этом смысле я более-менее чем... Ну, содержательная часть карьеры, да? Я более-менее чем занимался тем и занимаюсь. Жизнь изменилась, но, видимо, все-таки в более широком смысле, чем научная жизнь. И эту, так сказать, линию мысли я за ее банальностью продолжать не буду, потому что жизнь у всех изменилась. А у кого не изменилось, у тех еще изменится. Давление... внешнего я, пожалуй, не ощутил. Но, как уже можно было заметить, я все-таки стараюсь под давление специально не подставляться. Есть много разных способов называть вещи своими именами. Некоторые более жесткие, некоторые менее жесткие. Ну вот, дальше вскрытие покажет. Давление со стороны зарубежной, так сказать, давление внешних коллег, я, пожалуй, тоже не ощутил. Случаи бывают разные. Бывают действительно ситуации, когда там люди, я не знаю, там кого-то отказывались брать статьи и так далее. Но это истории, в общем, довольно редкие, спорадические. Значит, если речь лично обо мне, то сказать, мне за это прилетело один раз. Сказать, мне сначала пригласили на конференцию, потом сказали, что все-таки не могут. Я на эту конференцию все равно не собирался ехать. Там просто у организаторов случился затык, и они не сообразили, что меня можно не переставать приглашать, а просто продолжать. Я все равно туда не собирался. Но уж коль скоро мне отказали, я, так сказать, написал письмо и спросил, собственно, почему. После чего имел чудесную получасовую воспитательную беседу с руководителем фонда, который проводил эту конференцию, который просил ему позвонить. Это была российская конференция? Нет, это была германская конференция. Это была иностранная? Это международная конференция в Германии, да. Вот, значит, вот имел воспитательную беседу с директором фонда, который, исполнительным директором фонда, который проводил эту конференцию, и объяснял ему, почему он не прав, как вообще, так конкретно в моем случае.
с чем он, впрочем, довольно быстро согласился, и дальше мы обсуждали содержательные какие-то вещи. Как правильно Западному научному фонду себя вести в такой ситуации? Вот его интересовало мое мнение, я ему его сказал. Со стороны российских властей были ли какие-то, я не знаю, если даже не давление, то, может быть, приглашение там, подписать какое-нибудь письмо, как это обычно у нас принято, выразить солидарность? Значит, ну, если речь лично про меня, то не было. А кругом происходит всякое разное, конечно. То есть на ваших коллег какое-то давление оказывается? Ну, смотрите, вот 300 ректоров или сколько-то там подписало, значит, печально известное письмо ректоров, которое на самом деле было просто содержательно вредным, потому что довольно многие научные контакты разрушились как раз в результате этого письма. То есть вот когда, значит, после 24 февраля была какая-то очень быстрая эмоциональная оценка, когда кто-то отказывался от контактов, там и индивидуальные ученые, и университеты, и журналы. Потом было довольно известное письмо, сейчас уже более 8 тысяч российских ученых, которые выражали свое несогласие, как мы договорились говорить. И оно эту волну довольно сильно пригасило. И это просто было видно, потому что в довольно многих вот решениях, которые после этого объявлялись, там про то, вот как будет продолжаться там работа, скажем, какого-то университета с Россией, с Россией, ну, с российскими организациями, с российскими учеными, вот в довольно многих документах это письмо просто впрямую упоминалось или цитировалось. Ровно в том смысле, что мы там можем одобрять или не одобрять, ну, более точно не одобрять действия правительства, но это не должно влиять на наши контакты с там, конкретными коллегами. А потом появилось письмо ректоров, которое было, так сказать, вредное, глупое и гнусное. Вредное оно было, я сейчас объясняю, почему. Гнусное оно было, но его достаточно прочитать. А глупое оно было, потому что на самом деле можно было без этого обойтись. Да? Скажем, было заявление Российской академии наук, президиума Российской академии наук, гораздо более аккуратное и не содержавшее вот таких откровенных мерзостей. И к Российской академии наук, там, у западных научных учреждений претензий вообще говоря нет. К российским, скажем, академическим институтам. А к университетам есть. И это вещь довольно, которую довольно трудно объяснить, скажем, западному профессору, потому что западный профессор привык, что если ректор подписывает письмо от имени университета, он таки подписывает письмо от имени университета. Значит, что его точка зрения разделяется, ну, как минимум, большинством профессоров этого университета. Иначе он перестает быть ректором и, значит, ну, не в тот же момент, но во всяком случае... Ну, довольно, когда ректор довольно, выборная довольно... должность какая-то. Ну, она не обязательно даже выборная, но... В любом западном университете ректор ориентируется, так сказать, на общественное мнение профессоров и студентов. А дальше говорится очень просто, так сказать, ну вот, я просто, опять-таки, я встречал такое в переписке, да, ну, так сказать, все хорошо, но вот ты там профессор Московского университета. Твой университет подписал такое-то письмо. И объяснить мне, что, так сказать, это не мой университет подписал такое-то письмо, а это лично Виктор Антонович Садовничий подписал это письмо. Вот это уже трудно. Да? И что там у профессора Московского университета, какой бы он замечательный ни был, нет просто ни малейшего возможности повлиять на ту гнусность, которую творит от его имени Виктор Антонович Садовничий. Ну, вот это довольно трудно объяснять. Да? Ну, а дальше, так сказать, это покатилось, потому что ну, уже невозможно представить себе политику, которая вот разбирается в каких-то тонких деталях. Вот где Садовничий, так сказать, а где не Садовничий. Да? Дальше это уже работает широкими мазками, что плохо. Но неминуемо, да, это как, ну, уже как явление природы, да, там гроза, с одной стороны, поливает цветочки, с другой стороны, время от времени какое-нибудь дерево молнии угандошивает. Ну, жалко дерево, да. А ректор это письмо, они подписали под давлением или такая инициатива была, чтобы выслужиться как-то? Но я не ректор, откуда мне знать? Я знаю два примера. Я знаю пример ректора МАО, который вообще, так сказать, сейчас, подпись которого то появлялась, то исчезала. Там было несколько версий этого письма, но там постепенно добавлялись подписи. Подпись МАО, там то появлялось, то исчезало. Из чего я, наблюдая это со стороны, делаю вывод, что, наверное, там что-то происходило в промежутке. Это не то, что там секретарша забывала печатать очередной. Вот. И я знаю пример ректора московского физтеха, подпись которого появилась, исчезла и больше никогда не появлялась. Там есть подпись Кудрявцева, который бывший ректор и ныне президент. Но, так сказать, Кудрявцева, так сказать, как бы эта подпись никого не удивила. А подпись нынешнего ректора и, так сказать, появилась, исчезла, и это на самом деле да, гораздо круче, чем если бы твоей подписи там не было с самого начала. Да?
потому что там симулировать запой – это, так сказать, русская традиция, а снять свою подпись – это, в общем, ну, у Ливанова, так сказать, стальные яйца, это известно. Да? Он еще когда был министром, он довольно жестко себя вел, так, иногда по делу, иногда не по делу, но тем не менее. Скажем, подпись ректора Сколтеха там не появлялась никогда. Ну, там, ну, еще есть несколько университетов, подписи ректоров, которых там нету. Как происходили обсуждения, ну, вот это мне, к счастью, неведомо. Как санкции, которые ввели, вот, в том числе и отказ от сотрудничества, они повлияли на российскую науку? Я не то чтобы я отслеживал вот так вот подробно, значит, все, вот каждую конкретную санкцию, все-таки это скорее ощущение, чем, так сказать, аккуратный анализ, да, это надо понимать. А санкции, которые ввели государства, очень затруднили логистику. Потому что банальная вещь, даже если тебе там кто-то хочет продать какой-то реактив, ты просто тупо за него не можешь заплатить. Да, у тебя нет физической возможности вот, оплатить там что-то. Это первая история. Вторая история будет долгоиграющая. Она, так сказать, начинает сказываться и будет сказываться чем дальше, тем сильнее. Это то, что существенно жестче стали ограничения на все, что угодно двойного назначения. Ну и, соответственно, там многие приборы, по-видимому, становятся недоступны. Но кроме как каким-то очень серым способом, там, за в три раза большие деньги и так далее. Более того, даже если вы этот прибор как-нибудь сюда привезете, то есть вы хотите опубликовать статью по результатам, сделанным на этом приборе, не исключено, что вам еще придется объяснять, а как-то он у вас оказался. Да. Вот. Это сказываться так, чтобы вот жестко сказываться прямо сейчас не начало. Это история долгоиграющая, но, по-видимому, более-менее неминуемая. Значит, санкции университетов и журналов, и организаций. Ну, опять, лично на мне не сказались, кроме вот этого единственного анекдотического случая, который немедленно был отыгран. В журналах я ни с чем не сталкивался неприятным. Более того, скажем, я там как был членом коллегии нескольких журналов, так и остаюсь. И более того, меня даже в апреле в один новый журнал позвали в редколлегию. Да, в этом смысле никакой стигмы, значит, вот российского происхождения на мне не оказалось. Там про отношения коллег, ну, тут, наверное, мой случай все-таки не вполне типичный, потому что, ну, у меня есть некоторая репутация, и мне довольно трудно меня заподозрить, значит, в поддержке того-сего. В том числе и репутация, там, ну, не только у конкретных людей, которые меня знают лично, но и, так сказать, среди людей, которые меня лично не знают. В этом смысле лично со мной никаких проблем не было. Вокруг себя я, пожалуй, тоже проблем не видел, но это может быть эффект пузыря, потому что, значит, birds of a feather sleep together, да, там. Люди, про которых я хорошо знаю, это обычные люди, в общем, на меня похожи. Вот. Но, скажем, вот из таких тоже, так сказать, интересных историй довольно многие коллеги, ну, и организации, и конкретные люди, так сказать, в качестве такой политики объявили, что они не имеют дела с организациями, но продолжают, так сказать, содержательные контакты с конкретными учеными. Что, в общем, разумно в этой ситуации? Если посмотреть на те законы, во-первых, которые вводятся внутри России, и, с другой стороны, санкционное давление тоже продолжается, вот этот вот такой железный занавес дальше будет продолжать опускаться, и изоляция России будет усиливаться. Насколько критично это может стать для российской науки? То есть, смотря для какой. Для истории КПСС будет отлично. Для науки, которой вы занимаетесь. Для науки, которой я занимаюсь, это будет плохо. Насколько это может существовать вот, обособленно за забором? Значит, биология современная обособленно существовать обособленно за забором не может. И не обязательно российская какая-нибудь. Там, финская биология тоже изолированно за забором существовать не может. Американская, наверное, может, но плохо. Европейская целиком может, но если Европу разгородить заборами, то, в общем, наука тоже, биология тоже пострадает. А это свойство современной биологии. Вторая вещь, что все-таки российская биология – это не наука мирового уровня. Да, вот российская математика, советская еще, советская физика – это были мировые науки. Да? Всем было понятно. Советская математическая школа, ну окей. Там, в физике то же самое.
А биология никогда не выжила после 1948 года. То есть была великая советская биология до сессии Воскнил 1948 года. После этого она никогда не оправилась. Были отдельные, и сейчас есть там отдельные очень сильные мирового уровня группы, но среднего мирового уровня, да, не Нобелевского, с одной стороны. С другой стороны, их просто банально мало. Поэтому если их сейчас замкнуть внутри России, то у них просто не хватит критической массы, так сказать, поддерживать друг друга и вот поддерживать то движение, которое происходит. А третья вещь, что загнется экспертиза и загнутся репутационные механизмы. Потому что, опять-таки, при всех претензиях там, к нашему Министерству науки, все-таки, так сказать, было в какой-то момент внятно сказано, что, ребята, там, наука международная, статья в международном журнале, критерием, так сказать, того, что вы делаете, является статья в международном журнале, там, которую там, вы опубликовали в хорошем журнале, ее там все прочитали, ее процитировали. Там, у этого подхода он страшно механистичный, да, у него там куча недостатков, потому что там его можно злоупотреблять. Там. Но тем не менее, идея, что мы сравниваемся не с значит, наукой уровня Тьмутараканского края, а с наукой уровня всего мира, вот это было явно заявлено. Значит, если мы теперь окукливаемся, то значит, мы, так сказать, начинаем сравниваться друг с другом. Значит, это хороший, так сказать, хорошо известный факт, что если, так сказать, система замкнута, в ней энтропия растет, и постепенно все превращается в унылое говно. Вот. Это, так сказать, второе соображение, или там какое-то уже по счету. Третье, значит, про которое тоже люди не говорят, что все-таки во многих областях, в ряде конкурсов российских, а именно в хороших, больших, сильных конкурсах, была международная экспертиза. Даже еще вот в прошлом году. И это, опять-таки, существенно, потому что я говорил, что каких-то областей в России просто нету, но, кроме того, в каких-то областях в России работают одна или две группы. И в этой ситуации устроить нормальный уровень экспертизы там, тех же грантовых проектов, ну, не бывает. Помимо вот то, про что все говорят, что там теряются, что банально, да, что теряются там контакты, теряется доступ к технологиям, теряются коллаборации. Значит, второй эффект, про который говорят меньше, что теряется экспертиза и теряются репутационные механизмы, да, теряется планка, относительно которой можно мериться. Да, то есть вообще меряются на метр, а мы будем мериться на аршин. Вот. Ну, судя по тому, что вы говорите, будущее не такое хорошее, какое могло бы быть. Могло бы быть, значит, вы совершенно правы, могло бы быть существенно лучшее будущее. Еще некоторое время назад у разных людей были иллюзии, что, в общем, тем или иным способом оно даже, так сказать, имеет шанс наступить. Ну, окей. Не, ну, еще раз, вот как я трактую то, что вы говорите, это выглядит, что российская биология там через несколько лет она либо загнется, либо деградирует до совершенно неконкурентоспособного состояния. Не будет даже понятия конкурентоспособного состояния, потому что когда вы говорите конкурентоспособное, следующий вопрос – конкурентно с кем? Вот, значит, про физику есть другая отдельная беда, которой у биологов нету. Это я просто знаю, потому что я беседовал с физиками. Значит, есть большие международные проекты, ну, типа ЦЕРН. Да. Ну, типа Кирдык. Откуда наших уже попросили? Вот. Значит, скажем, у астрофизиков вроде бы ситуация не такая. Вот. Есть аналогичные истории про телескопы, что тоже колоссальные машинки, там тоже торгуют, там гранты, так сказать, вы подаете на грант, получая не деньги, а время. Вот, если ты написал хороший проект, тебе дают там 2 часа доступа к телескопу. Отлично, там вот сиди и, так сказать, нажимай разные кнопочки. Но я утрирую, я не знаю, как это работает на самом деле, но идея такая. Вот, вот у астрофизиков вроде бы не так. А, скажем, есть, что существенно, в том числе для биологов, значит, есть синхротроны, там источники синхротронного изучения. Если вы хотите изучать там структуру белков или вот что-нибудь такое, вот вам туда. Значит, то же самое, да, там торгуют временем. Я опять-таки беседовал, там мы по прошлой жизни полемизировали. Вот, значит, а тут, когда все случилось, у меня было плохое настроение, значит, я ему написал довольно мерзкое письмо, что теперь ты понял, что ты был идиотом, примерно там было написано, но только по-английски более вежливо. Вот, а он сказал, что да,
Но, так сказать, ты не отследил, ну, на «вы», хорошо, вы не отследили. Я уже в 16-м году, или там в каком-то, я не помню, в 18-м году понял, что я был идиотом, и, значит, какие-то даже действия по этому поводу предпринял. А это руководитель там крупнейшего европейского синхротрона. Вот мы с ним обсуждали, как, обрезавшие опять-таки институциональные связи, при этом не убить доступ для, так сказать, индивидуальных российских ученых к этому синхротрону. Вот, то есть есть еще такой совершенно отдельный вот сюжет, такие, МКС та же самая. Но в МКС хорошо, в МКС там все друг друга держат за яйца, значит, и, по-видимому, одномоментно их оторвать не могут, потому что даже Рогозину очень больно. Вот. Да, МКС, там даже уже флаг ДНР и ЛНР они уже показывали. Ну, флаг показывает, нет, понимаете, флаг показывает, так сказать, показать, что у Рогозина есть, то он и показывает. Вот, значит, это-то я понимаю, вот. Но, тем не менее, там никто ниоткуда не отсоединяется и на Марс не летит немедленно. Да, вот. Ну, Рогозин собрался. Вы его планы-то видели? Он и на Марс планы собрался. Планы я его и на Сникерс. И станцию свою. Хорошо, нет, погодите, нет, я, погодите, мы, так сказать, Рогозина обсуждаем в качестве анекдотического персонажа с чрезмерной серьезностью. Но, тем не менее, вот, там МКС является, значит, примером международной коллаборации, которая там при всех анекдотах, значит, связанных с деятельностью, значит, этого чудесного покемона, значит, тем не менее, вот, сказать, что все, ребята, отвинчиваем болты и летим нах, вот это ему слабо. И слава богу, что слабо. Нет, я как раз в этом смысле его очень поддерживаю. Пускай не отвинчивает, пускай другой что-нибудь крутит. Но вот это, по-видимому, решается там каждый раз по отдельности, в зависимости от уровня разумности людей, которые в этом участвуют, и от репутации людей, которые в этом участвуют. Да, так сказать, ну и там, разумность требуется со всех сторон, а репутация требуется от российской стороны в большей степени, потому что она больше пострадала. Насколько, если смотреть обратную ситуацию, насколько российская наука, ну, в данном случае, в первую очередь, конечно, биология, она важна для Запада? То есть, если мы без Запада загнемся, то почувствуют ли они для себя какой-то ущерб, если вот они так нас отрежут, не будут давать нам свои приборы, не будут рецензировать наши научные статьи, вообще прекратят всякое общение, насколько это нанесет ущерб для мировой биологии? Насколько существенную роль мы сегодня играем там? Ну, это есть простая, опять-таки, библиометрическая оценка. По-моему, российские публикации, типа 2% научных публикаций. Если взвешивать еще с уровнем журнала, то будет немножко меньше. Вот. В этом смысле... То есть, они особо не заметят потери? Ну, 2%, ну, в общем, не заметят. А какие-то конкретные при этом направления могут довольно сильно пострадать. Пострадают те области, которые связаны с уникальными объектами, которые есть в распоряжении там, российских ученых. То ли по историческим причинам, потому что они их изучали, когда никто другой не изучал, то ли по географическим причинам. Вот это все пострадает довольно сильно, но это как банальная вещь. Да? Массовая наука там, среднего уровня, высокого уровня, там, любого уровня. Ну нет, на то она и массовая. Да? Если какой-то эксперимент могут поставить там, в 15 лабораториях, ну очень хорошо, его поставят в 14 лабораториях. Ну что-то, что там здесь сообразили, там сообразят через год. Ну окей, да. У меня нет такой мании величия, я не верю, что я могу придумать что-то, что, так сказать, никто другой не придумает в течение 5 лет. Какова ситуация с оттоком мозгов сейчас? Плохая. Ну, в смысле, мозгам хорошая. Потому что остается плохая, народ едет очень-очень-очень. Прямо активно. Очень активно, да. Причем... Это такой устойчивый поток. То есть был, так сказать, поток такой панический там, в первые дни, когда люди уезжали, причем обычно молодые, ну, частично психологически было очень страшно, так сказать, у кого-то, так сказать, реальные действительно были какие-то опасности. Значит, этот поток, ну, он как бы схлынул, да, это как весеннее наводнение, это как паводок, да, это, так сказать, прошло. А сейчас начался такой нормальная, вот такая широкая полноводная река, которая несет свои воды. Значит, в разных направлениях, то сейчас люди делают не так. Сейчас люди, так сказать, спокойно, ну, поскольку ясно, что такой все-таки вот, немедленной угрозы нету, ну, вот люди спокойно выбирают себе хорошие, так сказать, там, университеты, в которых их там, ну, там, какие-то, может быть, давно звали, там, я не знаю, и вот они теперь соглашаются, и теперь обсуждают условия. Так. Вот, так сказать, кто-то выбирает из нескольких, кто-то не выбирает из уже имеющихся предложений, но это кто помоложе, скажем, да, но начинает рассылать резюме и там списки публикаций
там разные места, где есть вакансии. Да, довольно много программ поддержки ученых, которые переезжают. Таких, ну, они краткосрочные обычно, там никто не обещал там 5 лет кормить, но тем не менее. Да, они прежде всего, в основном направлены, конечно, на украинских ученых, но очень многие из них имеют специальные пункты, что они также готовы поддерживать ученых из Беларуси, из России. И люди этим, так сказать, там, спокойно, активно пользуются. Да? Вот. В этом смысле... Ну, и кроме того, полезно понимать, что уезжают как раз те люди, которые понимают, что они не пропадут, да, те, у которых есть, ну, сильные, на самом деле. Но ровно те самые, которые сопоставимы с международным уровнем. То есть уезжают лучше? Ну, да. Ну, потому что, а что худшему-то, куда он поедет-то, что делать? Вот. То есть, да, конечно, так сказать, обрезается верхушка списка. А на студентах это очень видно. На студенты-аспиранты, да, вот. Тоже многие уезжают, и тоже, ну, опять, вот, чтобы не обижать оставшихся, среди оставшихся тоже очень много замечательных ученых, и молодых, и, так сказать, в возрасте любых. В этом смысле это не то, что это вот такой совсем мамой прошел. Но если смотреть распределение по уровню там остающихся и уезжающих, то ясно, что уезжают люди из головки. Ну, да, ну, а что удивительно. Кто-то на смену им приезжает? Или это односторонний? А это вы так шутите. Нет, я спрашиваю. Может быть, приезжают к нам ученые из Китая, из Индии? Из Китая, из Индии к нам ученые и раньше-то не очень приезжали. Ну, как-то же заменить это надо кем-то. Слушайте, мы с вами географически находимся в довольно хорошем месте. Вот вы пойдите в соседний квартал, и там пообсуждаете, кого кем надо заменить. Вот. Это была, кто не знает, была шутка про Лубянку. Вот, значит, да. Вот. Нет, смотрите, это на самом деле была основная проблема еще до всего, потому что люди уезжали, ну, там по разным причинам. Там кто-то после 2014 года уезжал и по психологическим причинам тоже. Кто-то уезжал, потому что там больше возможностей, скажем, для экспериментальной работы где-то было, да. А кто-то уезжал, вот там мир посмотреть. Значит, проблема была в том, что в двух, как бы, так сказать, местах. Первое, что люди редко возвращались. Да, то есть то, что, скажем, в нулевые был довольно заметный поток людей, которые съездили на постдок и возвращались, да, которые вообще не собирались там оставаться, но, так сказать, собирались, что абсолютно нормально и во всем мире так делается, да, когда человек на постдок уезжает там, в другую страну и несколько лет не работает. В биологии вообще не принято там очень долго сидеть в одной лаборатории, так сказать, для молодых людей, да, считается, что он закисает. И не приобретает, так сказать, необходимой ширины, так сказать, не ширины, а именно вот широты взгляда, да. То есть довольно сильно меняют области, на самом деле, скажем, после выпуска из университета, потом на аспирантуру и после аспирантуры там, на первого постдока. Да, люди довольно сильно меняют область обычно. Ну, по-разному бывает, но часто довольно сильно. И, значит, вот поток людей, которые возвращаются, он, так сказать, мелел, и к середине десятых годов, в общем, обмелел, по-видимому, совсем. И это была проблема номер один. А проблема номер два была в том, что России не удалось стать страной, привлекательной для постдоков, вот из того же Китая или там Индии, или откуда-то еще. Да, то есть притока сильных постдоков или там студии аспирантов вот из этих стран, его, в общем, практически не было. Студенты бывают замечательные. Вот опять-таки в Сколтехе там каждый год бывает несколько совершенно замечательных студентов из Африки. У меня в прошлом году, позапрошлом году, у меня выпустился студент из Уганды, у которого был просто лучший диплом на курсе. Вот он поступил в магистратуру Сколтеха. Заявок бесконечное количество. Вот из Африки, из Пакистана, там из Индии, кстати, мало. И из Китая практически нету. Но из многих стран есть. И большинство из них там безумно слабые, конечно. Но вот каждый год, так сказать, выпадает несколько сильных людей вот из каких-то таких стран, по которым мы как-то привыкли думать пренебрежительно, а на самом деле это неправильно. У меня знакомый хороший профессор в MIT, вот он объяснял, что он каждый год себе выцепляет там одного-двух совершенно замечательных африканских студентов, которые очень хорошо работают. Но они выцепляются, то есть они приезжают учиться, потом остаются? Или они учатся и уезжают потом к себе? Или нет, африканцы, конечно, уезжают к себе в Африку. У них обычно... Ну, или дальше в Европу. Там бывает по-разному, кстати. Вот если смотреть африканцев, которых я знаю,
Значит, там есть вот строго две стратегии. Значит, первая для них Россия – это такой облегченный промежуток, промежуточная ступенька перед тем, как, так сказать, уехать потом куда-то в Европу или в Америку. Сирийцы, скажем так, устроены. Были замечательные, очень сильные сирийцы, которые ни разу не собирались, значит, там в России работать. Значит, есть такие, которые, у которых была, так сказать, перпендикулярная, ну, на 180 градусов траектория. Они приезжали, чтобы научиться и вернуться к себе обратно, и там делать что-то разумное. Там, ну, то ли делать карьеру, потому что они уже поучились за рубежом, и, так сказать, у них сразу это бонус к карьере местной. Значит, были какие-то совершенно идеалистическими идеями, что вот они такие действительно будут там поднимать свою родную, так сказать, там, науку в Уганде или где-то. Я не видел, так сказать, ни одного, пожалуй, студента, у которого в качестве стратегии было остаться в России от зарубежного. На самом деле тоже нормально, потому что вообще не должно быть это частью научной стратегии сидеть в какой-то конкретной стране. То есть, когда-то научная стратегия должна строиться из того, какую ты науку хочешь делать, а не из того, значит, где ты географически хочешь сидеть. Поэтому, скажем, если бы приезжали не только студенты, но и там сильные постдоки, ну вообще было бы отлично. Да, пускай он после этого профессором становится где угодно. Он там свои, сколько постдок, там 4-5 лет, он, так сказать, пахал, сделал кучу всего замечательного. Все. Поехал дальше. Вот. Там на его место следующий приехал хороший сильный. То есть вот эта вот проблема, так сказать, такого непрерывного выноса. Знаете, как вот река, так сказать, если ее там гальку из нее все время вычерпывают, когда Олимпийскую деревню строили, там какую-то реку купили, Мзын туда, я просто гальку все время, так сказать, вынимали, но через некоторое время сверху новая сваливалась. Но через некоторое время она вся и свалилась, все, так сказать. Вот. То есть вот потоки, конечно, были не стабилизированы. И поток российских людей, который отток был гораздо сильнее, чем возвращение. И возвращение сошло на нет теперь совсем уже. И, значит, проток студентов зарубежных, студентов-аспирантов, он этого не компенсировал, потому что он был либо сквозной, либо возвратный, но слишком быстрый. Да? Слишком быстрый для того, чтобы они успели сделать что-то разумное. То есть никто здесь не работал там 4 года. Наши ученые, они уезжают в основном на Запад или есть еще какие-то направления? Там, Китай, например. Ну, вот в Японию я знаю людей, которые уезжают. Про Китай. Ну, я знаю людей, которые работали в Китае. Но так, чтобы массово ездили в Китай, пожалуй, я не знаю. Они какую-то вообще ведут борьбу за наши мозги? Китайцы? Ну, за мои вроде бы нет. А за чьи-то, может быть, и ведут, я не знаю. Вот. Нет, нет, за мои тоже ведут. Я забыл. Нет, могу уехать в Китай, если захочу. Вам предлагали? Ну, да. Мне много куда предлагали. Почему отказываетесь? Ну, а почему мне не отказываться? В вашем вопросе есть презумпция, что если тебе предложили куда-то уехать, то надо все бросать и уезжать. Я, так сказать, как бы не уверен в самой презумпции. Нет, вовсе не обязательно, просто интересно, вот. Мотивация. Ну, там много причин. Пока можно работать, жить и работать здесь, я, в общем, живу и работаю здесь. Там, когда станет нельзя, по-видимому, будет уже поздно, но значит, я буду дураком. Мы там сейчас последнее опять же время часто слышим, что государство вдруг внезапно озаботилось оттоком айтишников, и с этими айтишниками пытаются как-то заигрывать. Им дают там льготные ипотеки, отсрочки от армии и вроде какие-то там программы, чтобы эти айтишники вернулись. Есть ли нечто подобное у ученых? Нужны ли они вообще сегодня государству? Рассматривает она их какой-то вот особый вот свой рисковый актив, о котором надо заботиться? Замечательно. Значит, рассматривает ли государство ученых как актив, о котором надо заботиться? Это вопрос интересный. Это вам надо не в соседний квартал, а через один. Значит, там за большой красивой стеной с зубцами сидит государство. И вот у него-то там и спросите. Что вы у меня спрашиваете? Я не государство. Я не знаю, о чем государство. Ну, может быть, вы ощущаете заботу? Не ощущаю. Нет, заботы государства на себе не ощущаю. Это, так сказать, более правильная формулировка этого вопроса. Больше, чем рутинная, так сказать, ну, так сказать, должна же быть в приличном месте быть наука. Но вот она пусть у нас тоже будет так. Про технологии я не говорю, это отдельная история. IT в этом смысле плохой пример, потому что IT все-таки это разговор не про науку, а про технологии. Это инженерка, это, так сказать, там есть принципиальная разница. Значит, когда вы занимаетесь технологиями, ваша цель сделать что-то, что работает. И она совершенно замечательная. Да, так сказать, вот благодаря этим людям там, у нас есть там, все, чем мы пользуемся. А когда вы занимаетесь наукой, ваша цель узнать чего-то, чего раньше не было известно. Это разные вещи. Они тесно связаны, потому что есть такие чудесные люди, которые узнают что-то новое, а потом немедленно соображают, как это можно приспособить в какой-нибудь, значит, ништяк и гаджет.
А есть вещи абсолютно фундаментальные, которые там, в гаджет превратятся там, когда-нибудь там, в обозримом или необозримом будет. А есть просто понимание, которое не... Ну, особенно в биологии, да, вот какая-нибудь там онкология медицинская, настоящая медицинская онкология, в ней на самом деле куча, под ней сидит куча понимания того, как устроена там молекулярная клеточная биология, генетика. Но если вы скажете, что, ну, хорошо, вот эта вот статья там 73-го года, которая абсолютно замечательная, фундаментальная, все. Вот какое лекарство сделали, основываясь на этой статье? Это никакое. Ну, или, наоборот, все. Потому что там понимание – это вещь гораздо более широкая, чем то, что вы вот засовываете, так сказать, в конкретную там таблетку или в конкретный прибор. Вот. А есть ли у государства идея, что надо развивать вот науку как что-то, что понимает? Это хороший вопрос, не знаю. Ну, иногда есть, иногда нет. Иногда у государства даже, может быть, понимание есть, но более насущные заботы государства от этого понимания отвлекают. Вы произнесли страшное слово «биолаборатории», которым пугают в последнее время. Очень-очень многих. Можете объяснить, что это было, откуда вообще взялась эта страшилка и почему наша пропаганда, которая вцепилась, на мой взгляд, я просто, может быть, я не специалист, и зря я так смеялся над этим, но, по-моему, они вцепились в какую-то абсолютно абсурдную, высосанную из пальца чушь, но они ее не отпускают и начинает казаться, что, может быть, просто я не понимаю, может, действительно, это какое-то серьезное смотрите, преступление. Погодите, вы напрасно себя обижаете, вы вполне себе специалист по пропаганде. Вот, в этом смысле, это не вы у меня должны спрашивать, почему они вцепились в эту чушь, а я вас должен спрашивать по вашему профессиональной принадлежности. Может, это не чушь? Вот, нет, значит, вот я вас должен спрашивать по вашей профессиональной принадлежности, почему они вцепились в эту чушь, я не сомневаюсь, что вы мне за 5 минут это замечательно объясните. Впрочем, я подозреваю, что, так сказать, ничего существенно нового вы мне не скажете. Почему это ерунда? Это другой вопрос, это действительно ерунда. Там история про этническое, генетическое и прочее оружие. Этно-биооружие. Этно-биооружие. Она, между прочим, не новая. Она возникла ровно не сейчас. Эту историю, ну, я не знаю, кто ее придумал, но пропагандировал ее, значит, некто Михаил Владимирович Ковальчук довольно широко. В том числе на встречах с президентом Российской Федерации, которые были там показаны, так сказать, по разным каналам и опубликованы в разных изданиях. Поэтому, если вы наберете генетическое оружие, то вам вывалится куча публикаций там, вплоть до 10-летней давности, значит, где это уже обсуждалось. В этом смысле это не новое изобретение, а просто приспособленное под, значит, случай. Там те конкретные примеры, которые приводились, они довольно смешные. Да? Значит, ноги растут вот откуда. Ну, они разные. Да? Во-первых, есть нормальные научные коллаборации. В том числе и у украинских ученых были коллаборации с американскими учеными. Они там обменивались какими-то материалами, чем-то. Окей, нормально. То есть, то, что американцы открывали и спонсировали биолаборатории в Украине... Это две разных истории, погодите. Еще раз, я говорю про, те, про то, что мне показывали в телевизоре. Да, да, да. Значит, я очень аккуратно пользуюсь только официальными источниками. Другое дело, что я оставляю с собой право их интерпретировать в соответствии с своей профессиональной компетенцией. Те примеры коллабораций, которые показывали, значит, в телевизоре в качестве доказательства там, существования вот этих самых военных биолабораторий, они, так сказать, таковыми не являются, потому что это такие нормальные, так сказать, научные коллаборации, так сказать, я знаю, девочкам даже не очень высокого уровня. Ну, там какая-нибудь там эпидемиология каких-нибудь бактерий там в Украине. Ну, окей, это такая рутинная работа, которая делается там тоннами, публикуется в журналах третьего эшелона. Как бы история номер раз. А история номер два, которая с этой, так сказать, каким-то способом интерферирует, это история про то, что таки действительно в 90-е годы Соединенные Штаты довольно активно поддерживали бывшие военные лаборатории Советского Союза, в том числе биологические. В основном, по-видимому, физические, но в том числе и биологические тоже. Со следующей светлой идеей, что если вот 90-е годы, в общем, годы были довольно трудные, так сказать, для всех, в том числе и для науки. Многие люди уезжали, ну, и, так сказать, есть человек, который занимался, скажем, там, военной биологией, уедет в какой-нибудь, так сказать, чудесный Иран и продолжит там заниматься военной биологией, ну, наверное, это будет не очень хорошо для всего мира. Сообразили американцы, и они открывали, у них была грантовая программа, и они открывали какие-то центры, в которых, так сказать, частично этих людей переучивали и приспосабливали к какой-то биологии такой, ну, мирной,
А частично их просто тупо разлагали. Следующим чудесным образом, это на самом деле придумал какой-то гений. Значит, давали гранты, довольно большие, со следующим условием, на них нельзя покупать приборы, можно тратить только на зарплату. И в числе участников этого гранта всегда должно было быть, так сказать, заметное количество людей вот, из обороны. И такие гранты были в России, такая программа была в России, такая программа была в Украине, по-моему, такая программа была в Казахстане, если я правильно помню, могу деталей не знать, я в это старался не глубоко не погружаться, я не очень люблю военную биологию, по-моему, это довольно гнусная наука. Но идея была абсолютно здравая, потому что эти люди никуда не ехали, у них все было хорошо, они получили большую зарплату, большую, чем даже при советской власти, возможно. При этом они ничего не делали, потому что они ничего не могли купить, там ни расходников, ни приборов, ничего. То есть вреда от них не было, значит, пользы от них тоже не было, но, ну и слава богу. То есть спивались. Ну, я не знаю, там они спивались, там, я не знаю, что они это... Может, они это используют как стартовый капитал для построения ваших, как вы говорите, ремонтных мастерских. Понятия не имею, не знаю. Я опять-таки, сказать, я не влезал глубоко, но наблюдение состоит в том, что массового оттока, скажем, людей, которые занимались бактериологическим оружием в СССР, а мы знаем, что в СССР была программа бактериологического оружия, потому что была авария 1977 года в Свердловске, 79-го, что ли, 79-го, скорее. Значит, в Свердловске, когда вот эта фабрика, которая делала споры бактерий сибирской язвы, значит, немножечко взорвалась, и немножечко эти споры полетели по городу Свердловску. Вот про эту историю я как раз знаю. Детали там есть смешные истории. Ну, как смешные, мрачные сюжеты, но там... Вот, про это сколько там лет прошло, в общем, наверное, можно рассказывать. Значит, ну, никакого массового, тем не менее, оттока людей, вот, которые занимались там военной бактериальной программой в Советском Союзе, ну, вот вроде бы они в массовом количестве в Иране не объявились, или там в Северной Корее. Что означает, что программа была успешна. А реинтегрировались ли они в нормальную биологию, или, как вы говорите, спились, или там открыли мастерские, ну, так, по большому счету, какая разница. И какие-то следы этой программы остались, в том числе и в украинских институтах. И теперь их, значит, достают из каких-то чуланов, и говорят, вот смотрите, американцы там всю жизнь спонсировали там, программу биологического оружия. Это не спонсирование программы разработки биологического оружия, это спонсирование ровно в противоположную сторону. Да, деградации, это спонсирование деградации уже существовавшей советской программы биологического оружия. План Даллеса. Это в чистом виде. Вот это придумал, еще раз, это придумал какой-то совершенно гениальный человек. И очень правильно сделал. План Даллеса, что... сейчас вам скажут, вот же он. Ну, погодите, это, говорили... ребята, это было 30 лет назад. Да, так это же, ну, как и говорили, что американцы все придумали, я, чтобы спалить. Да. Извините. Вот. Ну, опять, понимаете, ну, в каком смысле, слава богу, потому что представить себе моральные устои человека, который занимается разработкой там, более злобных штаммов сибирской язвы, но, по-моему, независимо от его, так сказать, государственной принадлежности, этот человек плохой. Да, хороший человек не будет заниматься этим свинством. И то, что этих людей обезопасили, ну, замечательно. Если это план Даллеса, то это очень хороший план. Насколько вообще реально в сегодняшнем мире то самое этно-биологическое оружие... Абсолютно нереально. Чтобы там летучая мышь заражала только славян. Это абсолютно нереально. Это про это сказано там миллион раз. Значит, это нереально по целому ряду причин. Значит, во-первых, потому что большинство современных больших этносов генетически внутри себя очень неоднородны, а при сравнении их друг с другом, наоборот, очень похожи. Да, в этом есть некоторый парадокс, но, грубо говоря, там содержание... Ну, частоты вариантов. Да? Что такое этническое оружие? Это значит, что у кого-то есть такой генетический вариант, которого нет у другого, поэтому мы за этот вариант зацепимся и целенаправленно угодно. Проблема в том, что вот таких вариантов, которые есть там у славян и нет у американцев, их не бывает, ну, просто по той банальной причине, что заметная часть американцев, они там вполне славянского происхождения. Вторая история, что один конкретный вариант вам ничего не даст, потому что чисто технически, вот даже если предположить, чтобы такое было, чисто технически вы не можете сделать вируса, который будет это использовать как, так сказать, маячок, чтобы вот туда нацеливаться. Да? Нет таких вирусов, которые умеют выбирать жертву в зависимости от того, какие у него варианты в геноме.
А нет по тривиальной причине, потому что вирусу это нахрен не нужно. Значит, сделать такого вируса целенаправленно, ну, там в ближайшее время не представляется никакой возможности, даже непонятно, как за это браться. И тут есть некоторый парадокс, на который люди часто ловятся, что, ну, как же, говорят они, ну, вот возьми африканца, возьми славянина, я на глаз отличу. Ну, значит, и вирус может отличить. Ответ, вот, не работает так. Мы можем довольно точно устанавливать, да, в том числе и по геному, глобальную этническую принадлежность там, человека, отлично, но наше это умение зависит не от того, что у него есть какой-то один конкретный вариант, а у другого этого конкретного варианта никогда не бывает. А это результат такого статистического усреднения сотен и скорее даже тысяч вариантов. То есть там, вы отличаетесь от афроафриканца, так, наверное, отговорить, да, не тем, что вот у вас что-то есть, и всех ваших соотечественников что-то есть, а у них этого никогда нет. А тем, что есть там тысячи вариантов, которых, частоты которых немножко отличаются в нашей популяции и там, в какой-нибудь африканской популяции. Потому что Африка генетически безумно разнородна, это еще отдельный вопрос. Когда мы это интегрально смотрим, глазом ли, там, компьютерной программой ли, вот тогда мы можем говорить про этническое происхождение. То есть вам нужен не тот вирус, который ловит один вариант, а вам нужен такой чудесный вирус, который сканирует несколько тысяч вариантов в геноме, потом считает, вот некоторые из них голосуют за один этнос, а другие голосуют за другой этнос. Причем некоторые голосуют громко, те, у которых частоты очень сильно отличаются, а некоторые голосуют тихо, у которых частоты почти что не отличаются, только чуть-чуть. И дальше этот чудесный вирус, значит, просканировавший весь геном, говорит, ну хорошо, вот этого мочу. Ну вот, видимо, такого вируса сделать невозможно. А ну и хорошо. Ну, в общем, наверное, лучше, чем плохо, да. Примеры самого страшного этнического оружия мы знаем. Это, значит, партком Мехмата ровно в те времена, когда им руководил Виктор Антонович Садовничий. Вот это было чудесное этническое оружие, которое не пускало на Мехмат евреев. Умело их определять. Я не знал об этом. Что? Что 70-е и 80-е годы на Мехмат не брали евреев и не знали? Нет. Но теперь знаете. А почему? А этого Виктор Анатольевич спросите. Считали ненадежными. Не знаю, почему. Вот. Но были... Ну, хорошо, там, я окончил Мехмат в 85-м году, но у меня все-таки, помимо того, что я еврей, я еще был, ну, Казарин Мусевич Гельфанда, и как-то на мне не очень экспериментировали. А там многие мои друзья поступить не могли. Да, там кто-то в керосинку поступал. Вот. Ну, неважно. Но вот у них было в руках страшное этническое оружие, назывался отдел кадров. Работало, так сказать, отлично совершенно. Пандемия коронавируса в России, она показала, что довольно большое количество наших сограждан, они подвержены различным теориям заговора. Я понимаю, что это везде в мире, и нельзя говорить, что только в России вот люди так вот все сошли с ума и такие необразованные, но в России в свое время это вылилось в какой-то чуть ли не бунт и революцию, когда, например, Госдума захотела ввести вот QR-коды, и тут такое было настоящее восстание, тему быстро откатили. И вообще все. Я не помню, что в какой-то другой стране образованной было нечто подобное. Что такое образованная страна? Ну, где у какого-то значительного количества населения есть высшее образование, как минимум. Россия все-таки в этом плане... Были сказать, где-то бунты... Ну, погодите. В Канаде были бунты... Это были бунты против каких-то ограничительных конкретных мер. Ну, а QR-коды тоже конкретная ограничительная мера. И они там были вполне обоснованы, потому что там же было для дальнобойщиков, когда... Они же не то, что мы не будем вакцинироваться. Они говорят, мы едем из Америки, мы привиты, трижды едем к вам. Да, почему я еду из одного штата в другой, мне ничего не надо, а я пересекаю границу, которой никогда фактически не было, а вы меня здесь вот хотите, чтобы в карантине сидеть. Я понимаю, что вы гораздо более, чем я, в курсе проблем дальнобойщиков. Да, ну, вот, значит, но тем не менее, пункт первый. Значит, какие-то локальные бунты против каких-то мер, на самом деле, по-видимому, было. Я уж сейчас не помню. Я одно время это, там, немножко следил. Не, локальные были, да, но это не такие массовые, как Но массовых России. Бунтов не было. В России, так сказать, никаких бунтов против QR-кодов не было. В России была итальянская забастовка, когда их просто тупо, значит, как-то... То есть там, на самом деле, как вы говорите, власти в какой-то момент, так сказать, довольно быстро откатили, и да. никаких бунтов... Ну, потому что поняли, что это, ну, слава богу, глубинный народ, он... Но, слава богу, между прочим,
я совершенно не исключаю, что эта история... Это, вот какая бы сама по себе эта история ни была уже, ну, там... Хорошо. Пункт первый. Насколько хороши были те административные меры, которые предлагались вот с этими обязательными QR-кодами, вопрос отдельный. Я сейчас уже не готов его обсуждать, потому что я не помню деталей, просто забыл. А какие-то мог упустить. Это надо, так сказать, тогда это надо поднимать, так сказать, архивы и, так сказать, смотреть, вот, что разумно, что неразумно. Пункт второй. Так сказать, глухое недовольство всем этим было, и с QR-кодами, и с вакцинированием, что уж да. Вот, совсем хуже. И тогда это было плохо, потому что из-за того, что люди там не вакцинировались, я подозреваю, что какое-то заметное количество просто лишних смертей произошло. И тех, кто сам не вакцинировался, и тех, кого они там заразили. Но, с другой стороны, есть некоторая историческая ирония, потому что те смерти, которые случились тогда, не исключено, что они сейчас балансируют с теми смертями, которые не случились из-за того, что не объявлена мобилизация. А то, что не объявлена мобилизация, я сильно подозреваю... Ну, вот я ни разу не социолог, и тем более не политолог, и уж совсем не политик. Но, скажем, то, что не объявляется, так сказать, такая реальная массовая мобилизация, я думаю, в значительной степени связано с тем, что в свое время, так сказать, на нескольких примерах было показано, что вот, чего-то лучше не трогать. И слава богу. В этом смысле эта история нас вакцинировала, так сказать, как общество от каких-то таких, возможно, неприятных последствий. Почему именно в России полыхнуло именно в этом месте, это вопрос, вообще говоря, не ко мне. Да? Это вопрос каким-то вот антропологам, вот людям, которые изучают общество. Да? Это не вопрос про биологию. Значит, что я как биолог знаю, что уровень биологического невежества в обществе ужасающий. Я не сравнивал там с Америкой и с Европой, потому что не умею. Но вот вообще говоря, результаты тех опросов, которые я видел, отдельный вопрос, там, кто эти опросы проводил, так сказать, насколько они аккуратно сделаны, насколько там сопоставимы там, формулировки вопросов в разных странах. Там, в общем, как всегда, с социологией с этим надо аккуратно разбираться. И опять-таки, это не моя профессия. Но, тем не менее, по-видимому, так сказать, средний уровень биологического невежества, так, каких-нибудь таких вот банальных вопросов там, про эволюцию, там, про происхождение человека, я не знаю, там, от обезьян, так сказать, там, про... Ну, любимый вопрос всех, верно ли, что в генномодифицированных помидорах есть гены, а в обычных помидорах нету генов. Да. Вот, вот что-нибудь такого сорта. И в России с этим очень хреново. И, видимо, даже по сравнению с другими странами тоже хреново. Но дальше моя любимая песня про то, что биологии занимаются в старшей школе один час в неделю, при том, что как раз биология вот ровно та наука, которая влияет на жизнь. Вот из естественных наук биология влияет на непосредственную жизнь общества больше всего. Потому что если мы посмотрим, какие вопросы обсуждаются, ну вот обсуждаются вакцинироваться, не вакцинироваться. Это чисто биологический вопрос. Это вопрос про то, как функционирует иммунная система и как эволюционируют патогены. Да? Это чисто биологический вопрос на самом деле. Там опасно, не опасно генномодифицированные организмы. Но тут же по формулировке понятно, что это биологический вопрос, да, про генетику, про генную инженерию. Что там еще обществу интересно? Гомеопатия, не гомеопатия? Ну, там есть маленький кусочек химии, который нам говорит, что есть вот такое, ребята, число Авогадро. Угу. И если вы 100 раз что-нибудь разведете, то у вас там не останется ни одной молекулы. А дальше это вопрос про то, как строить биологический эксперимент, чтобы убеждаться в том, что что-то работает, что-то не работает. Да. Это как медицина, любая, там, любое индивидуальное медицинское решение. Там очень большой кусок биологии, но там... Но там в разных странах принято пациенту объяснять, что с ним происходит. Там в Советском Союзе такой традиции не было. В Советском Союзе там раковым больным просто врали до последнего. И не могу понять, почему, но вот так было. Считалось, что, так сказать, доктор лучше знает. Сказать тебе, что, ну, вот, там, Иван Иванович, у тебя там 3 месяца, так сказать, приведи свои дела в порядок, если хотел съездить на Канары, вот твой последний шанс. Вот это было не принято. Да? Ему, так сказать, держали, ему там 3 месяца, так сказать, объясняли, что у него там спайки и что-то еще. А потом он уже лежал, не мог встать. Вот почему так надо было делать, я не знаю, но это отдельный вопрос, хорошо. Оборотная сторона того, что сейчас доктор начнет объяснять пациенту, что с ним происходит, то ему придется прочитать вот короткий курс школьной биологии, потому что, ну, иначе это совсем, так сказать, просто будет там набор непонятных слов. Да, а при том, что там вот как раз рак, болезнь, которая такая самая биологичная из всех, да, она, так сказать, это там поломки в клетке, там, во многих случаях понятно, какие,
там понятны механизмы действия лекарств, которые действуют на конкретные поломки. Там есть чудесная эволюция, потому что вот все возникновение лекарственной устойчивости, когда химиотерапия перестает помогать, это все в чистом виде, вот такой классический дарвинизм. Вот как дедушка Дарвин написал, вот там так все и происходит. Да? Это индивидуальное решение. А что еще народ волнует? Ну, хрено, это основное, да? Да. Ну... Все же атомные станции, да. О, атомные станции. Значит, атомные станции, там есть два аспекта в атомных станциях. Значит, первое, действительно инженерное, взорвется, не взорвется. Вторая биологическая, что будет, если, не дай бог, все-таки взорвется. Или там, насколько, так сказать, плохие там какие-то мелкие утечки. Ну, вот это. Опять начинается биология, да, потому что в конечном счете нас атомная станция волнует не потому, что там останется воронка, так сказать, размером 500 на 500 метров, хрен с ней, обойдем, а тем, что, так сказать, для здоровья будет вредно, значит, мимо этой воронки ходить, или там, значит, чтобы, так сказать, облако пыли на тебя дождем пролилось. Это опять биология, да. Но там вот малый... Ну, например, есть теория, что, так сказать, вот когда отселяли села вокруг... Не знаю, правда или нет, опять не моя область. Но когда отселялись села в зоне Чернобыля, что, может быть, какие-то можно было и не отселять на самом деле, потому что уровень радиации там повышенный, но не ужасно повышенный, а стресс, который люди испытали от того, что они вынуждены были все бросить и моментально уехать, он как бы медицинский потом, так сказать, оказался хуже, чем если бы они всю жизнь жили в этой радиации или там уезжали как-то постепенно. Значит, ясно, что это решение принималось мгновенно, и нельзя было вот это все быстро взвешивать. Ясно, что принималось в сторону там осторожности, ну, начиная с какого-то момента. Да, там Первомайский парад в Киеве, значит, решали одни люди, а там про отселение решали другие. Но тем не менее. Вот. То есть на самом деле оказывается, что все самые горячие точки, которые волнуют общество, они все там либо просто биологические, либо имеют очень большую биологическую компоненту. При этом люди биологически невежественно ужасны. И это, по-моему, некоторое трагическое, так сказать, ну, на фоне других трагических событий, может быть, не такое острое, но, так сказать, на больших временах это на самом деле вещь для общества очень плохая. Потому что люди рассуждают про то, в чем они не понимают вообще. И решения принимают на основе, так сказать, либо своих безумных соображений, либо пообщавшись с такими же безумцами. Я правильно понял, что сегодня в школе ни про ГМО, ни про гомеопатию, ни про ядерные станции, ни про вакцинацию ничего не рассказывают? Я очень давно учился в школе. Я не знаю, что рассказывают в школе, если честно. Я только знаю, что в программе госстандарта по биологии, проекта госстандарта по биологии для старшей школы, который я читал там несколько лет назад, слово «эволюция» не упоминалось вообще ни разу. Что является полным трындецом. Потому что, ну, во-первых, это самое интересное, что есть в биологии на самом деле. И без понимания эволюции вы биологию понимать не будете. Если вы не думаете в эволюционных терминах, для вас биология превращается в набор фактов. Она перестает быть наукой и превращается, значит, коллекцией марок, по большому счету. Эволюционная биология – то, что связывает все вот, в реальную, настоящую науку, так если без дураков. Но даже если бы это там было, за один час в неделю этого толком не расскажешь. Опять, при том, что биологию рассказывать легко, да, вот, уже, так сказать, по опыту чтения, скажем, популярных лекций, у меня сильное ощущение, что, скажем, когда физики рассказывают популярные лекции, там, про черные дыры или про что, что это такая художественная литература, да, они вот рассказывают кучу каких-то метафор, там, более или менее содержательных, там, хорошие рассказывают там аккуратнее, плохие рассказывают, так сказать, совсем художественно, но все-таки... Чтобы понять, что такое черная дыра, надо написать там, не знаю, 5 страниц уравнений. А не, так сказать, вот помахать руками и сказать, ну, это такая вот дыра, в нее все засасывается, в нее ничего не высасывается, свет не выходит. Популярные математики современные не бывают вовсе. Да, то, что, так сказать, замечательная популярная математика, которую там мы рассказываем, это там чудесная математика, там, в лучшем случае, 19 века. Ну, это видно, да, очередные филсовские медали. Ну, вроде как Нобелевская премия по математике, но вот иди объясни, за что ее дали. То есть современную математику рассказывать вообще невозможно, никто даже не пытается. Современную физику рассказывают, подменяя на самом деле художественным набором метафор. А современную биологию можно рассказывать кому угодно. Она замечательно интересная, но она не глубокая. Да? Там вот не нужно там, годами, так сказать, учиться писать формулы для того, чтобы понимать, что делается. Да? Там почти всю современную биологию можно рассказывать там, любому заинтересованному слушателю. С любым бэкграундом. Но там больше или меньше времени уйдет на введение. Но вот ничего безголовного там нет. А в школьной программе ее нет. Там синусы с косинусами есть.
А там вот генной инженерии, как вы говорите, нет. Вот это странно, да, потому что с точки зрения там, государства и общества мы несем огромные издержки. Например, из-за антиваксеров мы наблюдаем и вспышки, там, казалось бы, уже забытых болезней. И на примере коронавируса мы наблюдаем там, какую-то страшную и смертность, и огромный ресурс, который необходимо тратить, просто чтобы людей загнать, убедить и объяснить, что... И оставить живых, в конечном счете. Да, да. То же самое, там, я не знаю, с каким-то гомеопатией. Я понимаю, это какая-то гигантская просто индустрия, видимо, может быть, уже люди не заинтересованы с этим бороться. Я знаю как минимум одного члена-корреспондента Российской академии наук, который... ни разу не заинтересован бороться с гомеопатией, потому что она и есть гомеопатия. Хевштейн его фамилия. Это странные вещи. Владелец концерна «Материя медика», который делает много гомеопатических фуфлуферонов. Я с ним судился, если что, одно время. Да? И как? Достигли мирного соглашения, он выплатил издержки. Но не я лично, газета «Турецкий вариант». Он выплатил судебные издержки. Есть люди, которые этим там занимаются. На момент. Саша Панчин. Да, Александр Панчин замечательно этим занимается. Хотя последнее время он ленится. Давайте честно, если он нас смотрит, он ленится, делает это редко. Вот. Хорошо. Но с другой стороны, понимаете, невозможно себя превратить в... такую мортиру, из которой там каждый день стреляют по гомеопатам и антиваксерам. Да, там все-таки... Задача государства? Мы уже выяснили про государство. Более точно, задача государства не заниматься пропагандой, а задача государства создавать такие инструменты, благодаря которым люди, занимающиеся просвещением и делающие это успешно, будут иметь какие-то материальную поддержку и возможность это делать там. Лучше, ширше, там, нагляднее, там, я не знаю, там, с лучшими технологиями и так далее. Да, там Саша Панчин ленится, но в чем-то потому, что ему надо там на жизнь зарабатывать, еще помимо всего прочего. Да. Я тоже ленюсь, для меня это не основная профессия. Я вот с антигмошниками одно время довольно много базарил. Сейчас они куда-то делись, кстати, все. А с антиваксерами труднее, там надо сильнее готовиться. У меня нет столько времени, чтобы хорошо, там, подготовиться к диалогу с антиваксером. Это практически профессия, так, по большому счету. Поэтому там задача государства действительно создать хорошие механизмы. Слушайте, я повторяю то, что вы всегда говорили, на самом деле, у вас должно быть дежаву какое-то. Задача государства создать хорошие механизмы. Для этого задача там условного Панчина или меня, или вас, или кого угодно, этим механизмом пользоваться. Отлично. Почему это не происходит? Давайте там Шульман позовите, обсуждайте с Шульманом. Есть какие-то специалисты по государству, я не специалист по государству. Она в Германии. Я не специалист по государству, хорошо, но там кого там позовите. Позовите Ракову и спросите, почему ты Ракова не ввела там дополнительный срок биологии в московских школах. Послушайте, что она вам ответит. Вообще было бы, конечно, забавно, если бы, например, Соловьев в своих эфирах вдруг переключился и с такой же прытью рассказывал о необходимости вакцинироваться. У меня бы это был сенсальный конфликт в этот момент. Ох, я бы в запой-то ушел. Хорошо, ладно. Кстати, не помогло, да, когда была вакцинаторская история. Там же довольно активная была пропаганда, там телевизорная, скажем. Она была такая очень странная, потому что те, кто работал на так называемый глубинный народ, они это либо не делали, либо делали там осторожно, я не расист, но, да, то есть... Хорошо, да, понял. Не знаю, у меня, поскольку телевизора нет, я не знаю, как это делалось. То есть, кроме того, извините, Никита Сергеевич Михалков наше все теперь от науки. Вы, кстати, слышали его? Нет, конечно. В школах. Про Никиту Сергеевича слышали, наверное. Чего в школах? Сейчас появилось там несколько список литературы, что детям задают на чтение. И вот некоторые учителя задают смотреть Михалкова. А, Бесогона задают. Да. Там не некоторые учителя, там какая-то одна конкретная. Своему классу на лето написала задание. Мы не можем из каждой делать общественное явление. Это было бы тоже... В Нижегородском театре поставили целый спектакль про Михалкова. Михалков старый... Что мы его обсуждаем? Зачем? В связи с биологией. Потому что в том числе он и про биологию рассказывает. Пусть рассказывает. Ей-богу. Правильно понимая, в государственных интересах было бы некоторое... существенное усиление биологической грамотности граждан. Это, к примеру говоря, правда. А дальше вопрос, что мы понимаем под государством. Мы понимаем некоторое индивидуальное, идеальное государство, как оно должно быть. Мы понимаем не идеальное, но работающее государство типа западной демократии.
Или мы понимаем, значит, то, что у нас за окном. Да, как, значит, говорил Эдик Амперян, понедельники начинаются в субботу, у природы свои цели, а у меня свои. Ну, Эдик был положительный персонаж, а, так сказать, какой-нибудь другой персонаж может то же самое сказать. А с другой стороны, когда вы поднимете уровень биологической грамотности граждан, вы не сможете этому населению втюхивать про биолаборатории. Вот я вот следующее, что я хотел сказать, насколько вообще нужно государству, если мы говорим про государство российское, умное, образованное население, которое будет, если что, сразу говорить, что за там чушь ты нам пытаешься здесь впаривать. Зачем вы у меня про это спрашиваете? Я не знаю, зачем это государство нужно. Может, поэтому про теорию эволюции-то и не рассказывают? Может быть, поэтому. Насколько я понимаю, теория эволюции, она не очень сочетается с религией. С религией, ну, с... Ты должен верить либо в Бога, либо в теорию эволюции. Нет, это перпендикулярные вещи, на самом деле. Во-первых, в теорию эволюции не надо верить. Когда вы в одном предложении говорите верить в Бога и верить в теорию эволюции, то теория эволюции это становится просто именем другого Бога. Вот тут надо спокойно с терминами. Доверие к теории эволюции – это не вещь, которая является актом, так сказать, такой вот слепой веры, а это вопрос там взвешивания аргументов. Да, вот начать с этого. Значит, учить в школе взвешивать аргументы было бы, а также в институте, и потом всю жизнь учиться взвешивать аргументы – это вообще было бы совершенно идеально. Это была бы просто счастливая страна, в которой все граждане это умеют. Значит, почему этого не произойдет и не будет происходить, но опять-таки, в чем мы там с вами будем какие-то очевидные вещи проговаривать. Но тем не менее, там эволюционная биология, вообще говоря, религиозности не противоречит. И есть замечательные образцы там очень хороших эволюционистов, которые там в той или иной степени были религиозны. Это не шестоднев, да, это, так сказать, не то, что вот Господь, так сказать, там, кто поместился в ковчег, те, значит, тех мы сейчас наблюдаем, а кто не поместился в ковчег, те вот кости мы наблюдаем, да, вот откуда там кости динозавров, ну, в ковчег не поместились, опоздали там. Ну, там я знаю чудесных людей, которые очень успешно занимаются очень продвинутой, высочайшего уровня мирового, действительно, там, эволюционной биологией, будучи при этом вполне религиозными людьми. Эмпирический факт состоит в том, что это не противоречащие друг другу вещи, да, там. Мне это, скажем, странно, вот, сказать, у меня это в голове не помещается, но я просто вот теперь уже как эмпирический ученый, просто наблюдаю и вижу, что да, так бывает. Да? Ну, как утконос. Вот, казалось бы, такого быть не должно. И там первых утконосов, когда привозили, считали, что это подделка, дальше просто клюв пришили. Вот. Потом, так сказать, увидели живого утконоса, сказали, что, ну, вот, так сказать, твою ж мать. Ну, а так и тоже. Вот мне остается развести руками и сказать, твою ж мать. Ну, хорошо. Вот эта история с образованием, она с годами, там какой тренд? Я не знаю. У меня была очень плохая ученица биологии в школе, поэтому для меня любой тренд хорош. Вот. Я думаю, что никакой. Значит, смотрите, про школьное образование просто не знаю. Я там не сравнивал школьные программы. Значит, отдельные кейсы бывают самые ужасные. Да, у меня на какую-то лекцию пришел чудесный, на лекцию про ГМО пришел чудесный школьник. Значит, потом долго меня, так сказать, такой старшей школы, долго меня еще мучил, задавал какие-то вопросы, так сказать, совсем. Вот. И если что, у меня спрашиваете, вы все знаете. Что я вам объясню? Он говорит, нет, говорит, я, конечно, все знаю, мне не для себя, мне нужно, так сказать, научиться, как мне это объяснять Марье Ивановне. Я говорю, кто я, Марья Ивановна? Он говорит, моя ученица биологии. Вот антигмошница, ученица биологии у меня была. И он с ней хотел базарить, будучи, так сказать, злым подростком. И он у меня учился вот, так сказать, тому, как полемику строить, и какие доводы приводить, а не тому, так сказать, как биология устроена. Про биологию он и так все знал. Вы его научили? Надеюсь, что да. Ну, во всяком случае, он пришел, сказал, что да, спасибо, там стало легче. Я знаю, что я ей завтра скажу. Антигмошники обычно глупые. Их на самом деле, они истеричные и глупые. Их вот там переубедить их невозможно. Но убедить зрителей, что, так сказать, это лажа, это на самом деле не очень сложно. С антиваксерами в этом смысле труднее полемизировать, потому что, значит, вот почему я боюсь полемизировать с антиваксерами на публике? Потому что я понимаю, что мне в какой-то момент на колясочке привезут ребеночка и скажут, что мы ему вот в феврале сделали прививку, а в марте его парализовало. Да. И что ты будешь отвечать? Что, так сказать, пункт первый. Может быть, его парализовало не поэтому. Ну, второй. Да, у прививок бывают побочные следствия, но там полезные, так сказать, действия прививок гораздо существеннее, чем маленькая вероятность, так сказать, побочных следствий. Да? И вот ты говоришь, что это бу-бу-бу-бу-бу-бу, а у тебя сидит несчастный больной ребеночек в каталке и пускает слюни. Все, ты проиграл.
Если это происходит на публику, да, потому что никакое бу-бу-бу никакого больного ребеночка не перебьет. Никогда. Поэтому единственный способ, на самом деле, если ты идешь полемизировать с антиваксером, у тебя за сценой должен стоять такая же колясочка с другим больным ребеночком, которого не вакцинировали и который заболел. Ну, полимелит какой-нибудь, да? Но вот устраивать битву на колясках я как-то вот, ну, я все-таки не настолько большой темперамент. Вот. Поэтому с антиваксерами труднее. А с антигмошниками легко. Ну, они глупые, действительно. Антиваксеры тоже глупые, но у них есть сильный эмоциональный аргумент всегда. А антигмошников нет. Про уровень образования мы говорили. Вот если смотреть, я пытаюсь, так сказать, понять, с какого места ушли. Если смотреть по студентам, то вот по лучшим студентам, то никакого ужасного ужаса не происходит. Да? Там факультет инженерии и биоинформатики МГУ приходят совершенно потрясающие студенты. Там ко мне в лабораторию приходят студентских других институтов, что-то тоже совершенно замечательное. Там, да, там. Ну, вот в этом году будет, я думаю, провал на самом деле, потому что многие будут поступать там. Самые лучшие будут поступать там не в российские университеты, а в какие-то еще с большой вероятностью. Ну, по магистрантам уже очень хорошо видно, по студентам вот первого курса. То есть, это прям уже видно? По магистрантам, да. По заявкам магистратуры очень хорошо. Что уже решили? В этом году очень большой, причем в разных местах. Значит, в этом году по уровню поступающих в магистратуру он сильно упал. Ну, он как, вот если говорить про Сколтех, уровень упал не в том смысле, что некого набрать. Вот до этого все-таки не дошло. Но если раньше это было соревнование между сильными, и каждый год, так сказать, были дикие драки между профессорами, ну, то есть не драки, но там полемика между профессорами, когда были, вот, и те, там все были сильные, вот из этих сильных надо было выбрать тех, кто, так сказать, кого мы хотим учить. А разные профессора хотели учить разных. Да, там, ну, там собеседование, которое там практически всем факультетам проводится, и потом обсуждают, кого брать, кого нет. Это не, так сказать, это ничьи незнакомые, да, это вот дети, которые приехали там, из разных мест, и, там, из разных университетов пришли. Это не то, что это там, я там за племянника Марьи Ивановны, а там профессор Тюткин, значит, за двоюродного брата жены уважаемого Ивана Гавриловича. Это дети, которые для всех посторонние, и там очень долго обсуждается, вот, там, кто лучше, кто хуже. И вот такого теперь нет. То есть сильных детей достаточно, чтобы сформировать курс, но их не больше. Вопрос, который волнует лично меня. Да. Может быть, вы как-то, хотя бы, может, слышали об этом. Насколько кошки умные животные? А как вы меряете ум животных? Я просто читал одну статью несколько лет назад, где объяснялось, как раз это был какой-то биологический там журнал, это где объяснялось, что на самом деле все то, что человек принимает за какой-то вот ум и мудрость кошек, что вот они такие все замечательные, на самом деле просто одни из самых примитивных животных, никакие они не умные, и нет смысла их так вот боготворить. Ну, боготворить кошек или не боготворить то кошек, это как бы вопрос не биологический, а религиозный. Ну, хорошо. Нет, значит, есть некоторые стандартные, так сказать, тесты, при помощи которых люди ум животных пытаются оценить. Это не моя область совсем, я, так сказать, повторяю, в общем, то, что я где-то прочитал, но и то, что мне кажется разумным при этом. Да, тест на самосознание, когда животное понимает, что оно видит в зеркале именно себя, не другое животное, а себя. Да, это там классический опыт, когда там слон начинает стирать пятно на лбу. То есть он понимает, что это у него пятно, а не какого-то другого слона, который там. Я не знаю, делали ли это с кошками, но вроде бы вот таких животных довольно мало. И это тест на использование чисто по Энгельсу, да, там использование новых орудий в новых ситуациях, да, там, когда какой-нибудь каледонской вороне надо достать там что-то, для чего надо взять проволочку и нужным образом согнуть, при том, что она в природе никаких проволочек каледонские вороны не встречают, да. Проволочку надо согнуть так, как веточку не согнешь, то есть у нее не может быть выученного навыка, да, она его должна изобретать прямо сейчас, да. Не просто взять палку и расколоть, это как бы много кто умеет, а придумать и сдизайнить специальный тул вот для данной конкретной ситуации. Это хороший тест, это, значит, проходят там вороны, обезьяны, кто-то еще не помнит. Тест на владение языком. И опять-таки не просто, так сказать, выученные команды, да, это собака может, а комбинирование выученных знаков, ну даже если словарь маленький, там у обезьян словарь там, ему 150 слов.
Но они умеют комбинировать эти знаки, ну, или это жестовый язык, или это какие-то, значит, эти самые фишки, которыми они о них показывают, или там кнопки на клавиатуре, которые они нажимают, там есть разные схемы экспериментов. Но фишка стоит в том, что вроде бы из эксперимента в эксперимент с разными знаками, с разными знаковыми системами выходит, что обезьяны могут не просто повторять там комбинации знаков, а генерить новые комбинации знаков. То есть строить предложение из слов, да, вот это уже, в общем, вполне канает за определение языка, там, какого-то примитивного, но все-таки, да. Значит, обезьяны, вроде бы, некоторые попугаи. Коллективное поведение есть у многих очень животных, в этом смысле оно не показатель какие-то. Но там, я не знаю, там, представление о смерти, да, заведомо есть у обезьян, вроде бы есть у слонов. Игры с игрушками. Но это, кстати, у кошек есть. Ну, вот есть какой-то набор, так сказать, таких вот, они все немножко антропоцентричные, да, вот. Ум осьминога при помощи этих тестов было бы довольно трудно оценить. Ум осьминога. Вы смотрели, кстати, фильм «Мой учитель осьминог»? Вот, не смотрел, но там все время про осьминогов люди обсуждают, значит, применительно к их уму. Или там, я не знаю, коллективный разум муравьев таким способом трудно оценить. Там. Скорее всего, его нету, но вот, то есть они какие-то немножко антропоцентрические, эти тесты, но тем не менее. Но вот вроде бы кошки не то, чтобы они были во всех этих тестах где-то на первых местах. В этом смысле там, видимо, там врановые птицы, попугаи, ну, собаки, которые отобраны на понимание человека, это немножко другое. Но обезьяны, понятное дело, да. У нас в свое время мы после, на какой-то конференции, значит, уже вечером, значит, продолжали научное обсуждение. И обсуждали следующее. Это, на самом деле, хороший вопрос. Вот если умрут все приматы. Вот такой вот вирус, который поразил всех приматов. Кто стоит, я хотел следующий задать вопрос. Кто его сделает, да, я понимаю. Кто займет эту нишу? Да, кто займет нишу? Если завтра исчезнут все люди, да? Нет, не люди. Если завтра исчезнут все люди, то понятно, что какая-нибудь веточка обезьян, так сказать, дальше стрельнет. Но они уже... Я слышал другую версию. Они уже там какие-нибудь бонобо какие-нибудь, отлично совершенно там. Я слышал немножко другую, если так. Вот. Хорошо, если умрут все приматы. Там, я слышал, там умные, вот наши двоюродные обезьяны, они там самые лучшие кандидаты на самом деле. Они сейчас не эволюционируют, потому что им незачем, но когда освободится ниша, освобожденная человеком, то вполне можно будет. Вот. Нет, поэтому приматы. Если не будет приматов, так. Вот. Значит, мы сошлись на енотах. Вот, да, я слышал все про енотов, что еноты... Почему я не первый раз рассказываю? Вот, может быть, вы меня и слышали на самом деле. Может быть, кто-то другой придумал, это, в общем, банально. Птицы не канают, потому что очень специализированные. И основное, что все-таки клювом и вот этими хватательными лапами... Трудно делать тонкие движения, да, то есть там каледонская ворона может, конечно, вот проволоку согнуть буквой «Ю», значит, чтобы куда-то залезть, но какие-то более тонкие орудия птицам, по-видимому, непонятно, как бы им удалось это делать, вот, а енот совершенно идеальный, потому что они вроде бы умные, они коллективные, они там из псовых хищных, которые, в общем, по-видимому, сами по себе достаточно умные, да, там волки, собаки, там. Вот. А главное, у них лапки. Лапки, хватательные. Да, то есть енот Хватательная лапа. Это, на самом деле, по-видимому, довольно важная вещь, да. Енот захватит мир, если мы его... Планету обезьян надо, конечно, переснимать. Планета енота. Планету енота, да. На этой замечательной и оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу волшебную беседу. Спасибо вам большое. Спасибо. Было очень интересно. Всем пока. Всего хорошего.